господа! Вас приветствует самый лучший курс кафедры эстрадно-джазового пения. А лучше он, потому что женский. Успокойся. Дорогие друзья, ну как вы уже поняли, в этом году на наш курс зачислены одни девушки. Именно поэтому в следующие 20 минут мы постараемся вместе с вами окунуться в мир женских грез, мечтаний, желаний, всего... Эй, пирожи! Юля, а по-моему мы договорились, что все придумали и можем выступить без тебя. Валя, а по-моему мы договорились, что не будешь разговаривать таким бархатным голосом. Просто я посмотрела список команд и поняла, что я самая роковая девушка этого дебюта. Женщина, но ведь сразу понятно, кто здесь самая роковая, самая прекрасная. Люди смотрят. Ты что, мужик, джази, ну? Люди же смотрят. Так, девочки, хватит, да? А что ты на нас орешь? Может, мне в моем положении волноваться нельзя? А какой же месяц? Ноябрь. Юля, хватит, да? Чего? Да, вопли. Чего? Того, вот тут уже! Девочки, хватит уже! Давайте хоть что-нибудь покажем, а? Нам же есть, что показать. А сейчас мы представим, что бы с нами стало, если бы мы не поступили в Институт культуры. Вообще не было. Да я историю с иглы пересдавала. Слушай, а ты в курсе, что уроков этики не будет? А что так? Да учитель антифризом торбанулся. Ну сегодня не будет. Всегда не будет. Слушай, а что, как там у тебя лично ребеночек-то не планируете? Да не, решили пока для себя пожить. Ну вы с этим не затягивай, тебе так-то скоро 17 стукнет. Ну да. Слушай, а ты не думала? Ну да, если что. Какую тюрьму боишь? Ну, мама советует в шестую идти. А чё так? Ну, во-первых, недалеко от дома. А во-вторых, я там всё-таки родилась. Итак, студенческий купидон. Ты что такое говоришь? Мы что, жрать-то будем?
Да, привет! Нашего института нам на ум пришла именно эта миниатюра. Здравствуйте! Что вы сегодня будете смотреть? На первое у нас есть джелатиняли амаретти или фетучиняли сугадебиони бьянто. Фетучиняли банту. Джелатиняли амаретти. Да. Прекрасный выбор. А на второе у нас фритата формаджи или цюпа депеше. Супа депеше. Да. Замечательно. И на третье у нас закуска аркелини или компот. Компот! Мамы с дочкой больше похожи на криминальные. Пришла? Пришла. А что так поздно? А ты, наверное, уже все больницы обзвонила. Обзвонила? Все морги обзвонила. Обзвонила? А что ты мне не позвонила-то? Так деньги кончились! А СМС чего не написала? Смотрите на нее. Не умею я! Где была? Я тебе говорила, что она же не знает. Быстро! Быстро! А ну-ка, тихо! Сиди! Да я с ней поговорю. Мы у меня дома партию учили. Она с ней верит. Настя хорошая девочка, Настя молодец. А теперь представьте, девушки с эстрадно-джазового факультета устраиваются на работу в ресторан. Ну что ж, вы приняты. Давайте покажу вам наше заведение. Вот, пожалуйста, вот у нас танцпол. Пар, пожалуйста, пройдемте дальше. Вот у нас кухня, здесь мы готовим блюда для наших гостей. А вот холодильник, здесь у нас хранится вся винная карта, соки, воды, компот, еще... сразу несколько чувств. Итак, логика. Добрый вечер. Гордость. Ну, конечно, куда же без меня? Истерика. Здрасте. Ой, думала, без юбки пришла. И голод. Виделись. Итак, девушка расстается с парнем. Позвонить, не позвонить. Ну, конечно, позвони. Вам же помириться надо. Просто сделай первый шаг. Ведь сама ты виновата. Хочешь первый подзвонить? Может, ты забыла гордость? Он на тебя повысил голос. На тебя повысил голос. Ты разбила его Порш. Ну, почему он сам не звонит? Отвечай. Да, и отвечай ты. Идем на кухню.
там легкий путь. Ну все, это конец. Нет, ну что, я с самого начала? Я убью его! Привет. Прости, я палку перегнула. Да я тоже виновата. Нет, ты не виновата! Заткнись! Может, в кафешку сходим? Yeah! Что хотела завести? Эротичной песней. Еще хотим сказать, если вы сейчас с кем-то в ссоре, позвоните, не глупите, просто номер наберите. Гордость можно и послать, ну а голод не пошлешь. С вами была команда 5 минут.